На сессии депутаты областного совета приняли бюджет на 2015 год. Увеличили доходы за счет налогового законодательства и увеличили расходы на социальные программы. Больше стали и пособия на медицину и образование. Также было принято решение вплотную заняться дорогами и объявить нынешний год годом дорог. У нас все-таки есть надежда, что 90% средств бюджета развития Одесской области будут затрачены на дороги, потому что без дорог не будет ничего остального. Дороги – это как кровеносные сосуды экономики, то есть ни сельское хозяйство, ни туризм, ничего другого невозможно. Ни один развитие ни одного из приоритетов экономики невозможно без хорошей транспортной инфраструктуры. О том, сколько денег пойдет на дороги, будет ясно на ближайшей сессии после принятия бюджета развития. Также народные избранники поддержали инициативу депутата Сергея Паращенко, который предложил обратиться к президенту Украины и СНБО относительно ситуации вокруг реформы военно-морских сил Украины. В поддержку обращения выступил и нардеп Алексей Гончаренко. Военно-морские силы Украины обеспечивают стабильность не только в нашем регионе, в нашем городе, по всему югу Украины. Прошу, коллеги, поддержать вопрос о том, чтобы обратиться к президенту, как главе Совета национальной безопасности и обороны, о том, что для Одесского облсовета вопрос сохранения командования военно-морских сил Украины в Одессе и принятие решений рациональных по поводу численности военно-морских сил Украины является вопросом принципиальным, и здесь область этот вопрос очень волнует. Гончаренко напомнил, что окончательного решения в Киеве по этому вопросу не принято, и лишь четкая позиция облсовета даст шанс оставить ВМС в Одессе. В итоге за данное обращение проголосовало большинство депутатов. Дарья Сидоровская, Евгений Шменцев, Думская ТВ.